С приходом зимы в городе появились точки продажи омывающей жидкости. Для некоторых водителей это удобно. Не нужно ехать в специальный магазин, да и цена, как правило, намного дешевле. Но только такая торговля незаконна. В Химках проводятся рейды по выявлению продавцов-нарушителей. В одной из операций участвовала Екатерина Юшина. Не резидент Российской Федерации. Гражданство Таджикистана. Специалисты административно-технического отдела совместно с сотрудниками управления торговли, территориальной безопасности и полиции устраивают проверку не первый раз. Как выяснилось, у этого мужчины отсутствуют не только разрешающие документы на торговлю, но и свои собственные. Теперь его товар будет конфискован. Многие нелегальные производители омывающей жидкости добавляют в состав метанол. Из уроков химии мы знаем, что это вещество вредно для здоровья человека. На этих бутылках написано «не содержит метанол». Однако верить этим этикеткам нельзя, утверждают специалисты. Так как разрешительных документов на продажу нет, возникают большие сомнения в подлинности производства. Как правило, места проверок заранее никто не знает. Маршрут выбирается старшим группы на месте. В этот раз рейд организовали по улицам Новых Химок. То, что пишут химчане, мы фиксируем просто на адреса, которые чаще всего бывают. Потом те адреса, которые мешают движению автотранспорта. Вот, то есть, предположим, размещается торговая точка, и она способствует тому, чтобы образовались пробки. Это уже второй рейд за декабрь. Всего проверили 12 точек. В результате этой операции изъято 315 бутылок. Сейчас они находятся на складе отделения полиции. Вскоре будет принято решение по утилизации. Екатерина Юшина, Валерий Алексеев, Алексей Козеров, служба новостей.